Саратов отправил гуманитарную помощь Гвинее, в которой свирепствует лихорадка Эбола. Отправку груза координирует служба Роспотребнадзора. Респираторы, перчатки, защитные экраны для глаз. В той же партии груза специальные костюмы химической защиты для гвинейских врачей. Гуманитарную медицинскую помощь доставят в столицу Гвинеи. Сейчас там функционирует мобильная лаборатория Роспотребнадзора, куда госпитализируют больных лихорадкой Эбола. Там же работают российские специалисты в области вирусологии. Помощь Гвинее – не только жест доброй воли, но и профилактическая мера по недопущению распространения опасной болезни в России. Специалисты считают, что в результате совместных усилий удалось замедлить распространение эпидемии. Сейчас в Гвинее зарегистрировано 936 случаев заболевания лихорадкой Эбола.